Вот часов прошедший день уносит, с новым днем в мой дом приходит осень. Осень золотые листопады, ничего другого мне не надо. Осень золотые листопады, ничего другого мне не надо. Осень не приносит грусть разлуки, вновь пишу я песни не от скуки. От того, что осень наступила, что любовь моя меня забыла. От того, что осень наступила, что любовь моя меня забыла. Осень, осень, золотые листопады, ничего другого мне не надо. Осень, осень, золотые листопады, ничего другого мне не надо. Дождик по стеклу бежит ручьями, письма я пишу тебе стихами. Снова эти письма не отправлю, я любовь свою себе оставлю. Снова эти письма не отправлю, я любовь свою себе оставлю. Листья нежно в воздухе кружатся, тихо-тихо под ноги ложатся. Грустно мне, не знаю, что со мною. Осень, я люблю тебя такую. Грустно мне, не знаю, что со мною. Осень, я люблю тебя такую. Осень, осень, золотые листопады, ничего другого мне не надо. Осень, осень, золотые листопады, ничего другого мне не надо. Завтра Сергей Крылов вылетает в Ирландию, где он совместно с российским телевидением представляет певицу Юдив, победившую на национальном отборочном конкурсе Евровидение 94. В течение недели с понедельника по воскресенье в 23 часа 50 минут по российскому телевидению Крылов в прямом эфире из Дублина будет вести дневники фестиваля Евровидения и «Ангел 421».